Animal Jam. Порой добыча не оправдывает твоих ожиданий. К примеру, иглобрюх. Живет себе в спокойных водах Танзанийской реки, никого не трогает, и внезапно появляется хищник. В нашем случае — речная выдра. Она планирует полакомиться иглобрюхом. Что может быть проще? Выдра хватает рыбину, ну, или что-то вроде неё. Иглобрюх заглатывает воду и надувается, словно мяч. Из вкусной легкой добычи он превращается в настоящий кошмар. Делайте с ним что хотите, он не сдастся. Выдра в замешательстве. Вместо обеда придется играть в футбол. Ирония в том, что иглобрюх защищает не только себя, но и выдру. Иглобрюх — ядовитая рыба. Если выдра съест иглобрюха, они оба погибнут. На этот раз все остались живы. Выдра вновь отправилась на поиски пропитания. National Geographic Kids.